В 2019 год новый городок войдет с отремонтированными дорогами и обновленной амбулаторией. Проверить качество выполненных на данный момент работ в поселок приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Вот сейчас рабочие уже делают последние штрихи к этим объектам. И уже вот-вот скоро закончим, поэтому поздравляю всех причастных и жителей, что такое хорошее обновление здесь прошло. Депутат прошел по улицам бывшего военного городка, где сейчас вовсю кипит работа. Поговорил с подрядчиком. На обновление дорог поселка деньги выделила Московская область по губернаторской программе. Сумма составила 55 миллионов рублей. Очень хорошо, что до морозов, до холодов завершили строительство дороги. Значит, центральные дороги по всему круговому движению, более 1500 метров отремонтировано, приведено в порядок, плюс переложены ливневые канализации и сделано благоустройство тротуара, совсем другой вид принял вообще поселок, очень хорошо. Местные жители сначала довольно скептически отнеслись к новой инициативе. Однако после того, как они увидели положительные перемены, мнение свое поменяли. Огромное спасибо губернатору за то, что он все-таки нам довольно-таки большую сумму денег нам, можно сказать, подарил на дороге, подарил для наших жителей нового городка. И люди говорят всем спасибо, губернатору в том числе, Андрею Робичу Иванову, нашему главе. И, понимаете, отношение совершенно другое у людей становится. Уже добрее. В местной амбулатории капитальный ремонт начали делать 12 января. Меньше чем за год старое здание превратилось в современное помещение, отвечающее всем необходимым стандартам. Здесь появится детское и взрослое отделение, дневной стационар, кабинеты педиатра, лора, окулиста, хирурга, гинеколога, стоматолога и терапевта. И вот амбулатория здесь тоже уже готова принять будет через месяц пациентов. Уже все ремонтные работы практически закончены. Строители уже с объекта, можно сказать, ушли, и сейчас ждем комплектования, расстановки мебели, оборудования и все, что необходимо для того, чтобы уже в середине декабря начать принимать пациентов. Все работы в основном идут по графику. Открытие амбулатории запланировано на 11 декабря. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».